Подготовка к началу учебного года во всей Украине идет полным ходом. В Запорожской области в целом школы готовы к приему учеников на 85%. Об этом в интервью нашему каналу рассказал заместитель председателя облгосадминистрации Николай Ярмощук. Единственным городом, который вызывает опасения чиновников, до сегодняшнего дня остается областной центр. Школы готовы на 85-90%. Ну, осталось помыть, прибрать. Ну, сами понимаете, время еще есть. У меня, как у депутата городского совета, вызывает определенные опасения, как бы, город Запорожья, потому что я вот лично я выделил деньги на ремонт крыши 61-й школы, но на сегодняшний день эти деньги не освоены и к ремонту еще не приступили.